Мария Рюкзачков. Открой глаза, протри очки, вокруг живые рюкзачки. Я что, попала в мультфильм? Это просто рюкзачки спина к спине стали настоящими. Рюкзачки спина к спине. Теперь на Озоне. Партия супер-единорогов готова. Алекс, твой папа работает в таком крутом месте. Фабрика очень изменилась с появлением ИПСИ. ИПСИ? Что это? Новый станок, искусственный интеллект, производящий современные игрушки. Круто! А что стало со старым станком? Он сломался, тогда как раз появилась ИПСИ, и мы стали делать только новые игрушки. Мне и старые игрушки нравились, особенно Плюша. Плюша? Да, мой медведь, мне папа дарил давно, а я его потерял. Сейчас таких уже не делают. Давайте поищем, где тут старые игрушки, и найдем там Плюшу для моего хозяина. Тут делали старые игрушки, но там неинтересно. Пойдемте дальше. Надо спешить, пока хозяева не заметили, что нас нет. Игрушечки, что же мы там найдем? Может, пружинчатого динозавра? Или плюшевое мороженое? Молли, мы идем искать игрушку Алекса. Нужно как-то открыть эту дверь. Если мы возьмем что-нибудь тяжелое... Тяжелое, говоришь? Нам понадобится применить силу равную... Молли, ты читаешь мои мысли. Но нужно было чуть меньше силы. Я взяла с запасом. Какое классное место! Как-то тут темно. Давайте скорее уйдем отсюда. О, смотрите! Может, он сможет нам помочь? Кто здесь? Зачем вы пришли к великому бабушке? Здравствуйте! Нам нужна игрушка. Белый медведь примерно вот такой. Конечно, Баалушка может такого сделать. Только почините меня. Когда Баалушка сломался, его заперли одного и стали делать новые игрушки. Баалушке они не нравятся. Нет, нет. Ботя, тут задачка для тебя. Починишь? Запросто. О! Привет, ты же не собираешься нажимать на эту большую красную кнопку? А вот и собираюсь. Я не разрешаю вам включать старого болвана. Он делал плохие игрушки. Он наказан. Еще чего? Нам нужен Мишка. Зря вы это сделали. Спасибо, друзья! А теперь настало время для веселья! Какого еще веселья? Такого! Я вернулся в обычную эту пластмасску. Я отключу тебя, болван. Делать игрушки буду только я. Это мы еще посмотрим. Вперед, мои защитники! Отключите это старье. Нужно отключить их, пока они тут все не разнесли. Люк, вон та кнопка отключает ИПСИ. Ботя, Молли, вы туда, а я к Баалушке. Крутая штука!
защитных единорожек. Вам не следовало становиться у меня на пути. Прекрасные единороги! Фу. Не трогай! Наконец-то мы вас поймали! Больше не будете мешаться! Сначала я поставлю вас в угол, а потом отключу этого железного увольня. И в этот раз банка напыщенная! Подождите! Вместо того, чтобы спорить, вы могли бы делать игрушки вместе. Да, мне вот единорожки нравятся. Ха-ха. А я вот люблю роботов. Всем нравятся разные игрушки. Кто-то любит роботов, а кому-то нравятся единороги. Дети хотят больше игрушек и самых разных. К тому же вы могли бы работать вместе и придумать новые игрушки, как те, которые сделали мы. Мне всегда нравились твои творения, Балушка. Просто я завидовала, что не могу делать такие же. Ипси, а я всегда восхищался твоими вертолетами. Смотрите, еще игрушки. И такие классные. Вау! О, это, наверное, что-то новое. Раньше мы такие не делали.